Шаманизм – наиболее древняя и самая архаичная форма религиозных воззрений, через которую прошли все народы мира на определенном этапе своего развития. В Сибири шаманизм своими корнями уходит в каменный век, более чем в 20-тысячелетнюю древность, и в то же время жив и активно развивается сегодня. Это сплетение эпох, встречи различных культурных влияний. Мы видим в каждом шаманском костюме, музейном собрании и современной одежде шаманов. Шаманский костюм давно привлекает внимание не только зрителей и исследователей, но и модельеров, художников-дизайнеров, конструкторов сценической одежды. Надеюсь, что этот альбом также будет полезным и приоткроет еще одну частичку из сокровищ мировой культуры и поможет увидеть что-то необычное в этом привычном, окружающем нас мире. Слово «шаманство» заимствовано из древнеевенкийского языка, от слова «саман». Для шаманства характерны следующие признаки: наличие особых лиц, шаманов, обладающих способностью или умением приводить себя в экстаз. Камлания. Камлания – термин произошел от названия шамана у саяно-алтайских народов. Кам. Камлания является способом общения шамана с духами. С их помощью он может путешествовать в различные миры. Есть главный дух, покровитель шамана. Есть духи-помощники, которые служат шаману, и злые духи, с которыми он борется.